В октябре прошлого года была принята концепция развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023-2029 годы. Одна из главных задач – перевод казахского алфавита на латиницу. Утвержден план действий по реализации. На каком уровне находится его текущее исполнение? Вопрос был всесторонне обсужден на встрече в областном центре. Собравшиеся на мероприятии представители интеллигенции провели диалог в рамках концепции развития языковой политики на 2023-2029 годы и проводимой работе в регионе. Также обсудили вопрос организации совместных мероприятий, направленных на развитие казахского языка. В настоящее время по Акмолинской области насчитывается 38 181 ребенок в дошкольных организациях. Всего насчитывается 597 дошкольных организаций. Кроме того, имеется 531 школа, обучающая на государственном языке. В них более 137 тысяч учащихся. Таким образом, управление образования вносит вклад в развитие казахского языка. В рамках концепции были рассмотрены направления и вопросы повышения потенциала языка. Ведение дела производства в государственных учреждениях на казахском языке находится в центре внимания управления. Доля документооборота на казахском языке в государственных органах областного плана действий в 2024 году составила 91,5%. По имеющейся у нас информации 96%. Мы считаем, что это знак того, что сотрудники госорганов нашего региона ответственно относятся к делопроизводству на казахском языке. Вносит свой вклад в развитие казахского языка и организация массовых культурных мероприятий, обеспечивая его широкое использование. Проблема сохранения и повышения статуса родного языка остается актуальной в современном обществе. Зеринабек Калиева, Макпал Ергалиева, Медет Кайркенов, Кукши Ахпарат.